Коллеги, добрый день, с вами Лариса Ильина и, как всегда, ставшая традиционной рубрика «Полезный понедельник». Мне кажется, я в первый раз вот так показываю свои руки, потому что у меня сегодня, ну, просто потрясающий рассказ про наши новинки. Посмотрите, какой шикарный топ, и он как раз-таки входит в наши новинки. Ну, давайте сейчас поподробнее вам расскажу, что же мы выпускаем. Итак, наша новая коллекция топов входит в систему Strong Color System. Это жесткие топы, но с какими-то невероятно красивыми частичками. Жесткая формула топа позволяет наносить его либо тонко-тонко, как вуаль, либо можно с выравниванием. И за счет этого вы можете достигать разных крутых эффектов. Оставайтесь обязательно со мной, потому что впереди вас ждут мастер-классы, в которых принимают участие как раз-таки эти шикарные топы. Итак, давайте сейчас поподробнее расскажу вам про каждый. Ну, как вы поняли, вот этот мой любимчик, и, конечно, сейчас он в рассказе у меня будет. Итак, топы состоят из трех оттенков. Белый, золотистый и вот такой невероятно красивый бежевый оттенок. Все эти топы относятся к жестким системам, поэтому они не очень подходят на эластичные продукты. Если вы их используете на гель-лак, то наносите максимально тонким слоем. Итак, Shine Gold – это топ, который содержит в себе микрочастички перламутра с вот такими кристаллами, сияющими золотистыми. Топ имеет в более плотном слое очень высокую укрывистость. Если его нанести без нажатия кисти, если сильнее поднажать, топ уже имеет такой эффект вуали. Я специально наносила сейчас на молочный оттенок, чтобы вам хорошо было видно, как каждый цвет раскрывается на ногте клиента. Второй – это Shine Silver. В него входит несколько крупинок по разной величине именно вот таких красивых жемчужных кристаллов. В том числе сюда входит такой очень необычный пигмент, который имеет самую высокую степень блеска, вплоть до того, что тебе, в принципе, издалека кажется, что там используется светоотражайка. Вот, к сожалению, вот этот эффект на видео не передается. Ну, вот этот, ну, в общем, как вы поняли, все клиенты, модели и на курсе, когда девчонки приходят ко мне, они сразу цепляются в эти топы и просто поражаются, насколько они круто выглядят. Ну, и моя любимка прям это Shine. Это топ, который в себе содержит уже такой очень приятный бежевый пигмент, и вот те самые суперсияющие кристаллы в большом количестве, которые выглядят как светоотражайка. Ну, посмотрите, какой он просто бомбический. Все эти три новинки вам будут доступны уже завтра, поэтому следите за нашими сообщениями, и уже завтра с 9 утра вы сможете приобрести все эти новинки на нашем сайте. Ну, а теперь давайте поговорим про мастер-классы. Кстати, видите, на самом деле здесь у меня в основе вот такой вот троечка, он такой бежеватый, и вместе с бежеватым цветом вот этот красивый бежевый тон создает вот такой крутой эффект. Ну, давайте теперь поближе к мастер-классам. Ну, я начну, знаете, с чего? С молочки в данном случае сейчас вот подзагрузится нужный слайд, ну, это всегда так Инстаграм себя ведет, поэтому я сейчас еще раз повторю, он так немножко побалуется. Итак, пока у нас загружается другое видео, еще раз напомню, у нас входит три новинки. Это золотистый топ с крупными такими блестящими золотистыми кристаллами. Также входит у нас топ просто с таким жемчужным акцентом и бежевый с жемчужными сияторами. Итак, приступим к моделированию. Я сейчас выполняю моделирование Strong Color System, оттенок номер 20. Это ультражесткие базы, но давайте так, для простоты понимания, считайте, что от баз в них только слово. То есть это продукты невероятной жесткости, которые в тончайшем слое обладают пластичностью. За счет этого и в тонком, и в толстом слое они не трескаются. То есть обратите внимание. Я сейчас выполняю наращивание, и здесь для вот такой длины я подобрал вот такие верхние формочки. Кстати, тем, кто хочет разобраться, какие формы нужны под какие руки, у меня совсем скоро стартует онлайн-курс, где мы будем заниматься формой квадрат. За что обожаю верхние формы, ты щелкаешь и просто видишь, насколько крутой результат ты получаешь. Вот такое моделирование у меня получилось, и в данном случае
Мне остается, в общем-то, только опилить. Смотрите, если вы правильно подобрали верхнюю форму, если вы не наваляли, учли особенности ногтя, то всегда при работе с верхними формами у вас опил будет минимальный. То есть в сущности натеков нет, и вы пробегаетесь по периметру, задавая четкие боковые параллели, подбираете длину, да, то, что вам может мешать, ну и в целом, причем, знаете, какой парадокс, длина ногтя, то есть вы можете вот такие очень длинные ногти делать, вы можете делать очень короткие. На скорость опила и вообще, в принципе, на скорость работы это особенно не влияет, потому что надо все правильно сразу делать, от подбора форм до постановки и так далее. Вот эти моменты все как раз-таки рассказываю на своем онлайн-курсе. Дальше. А здесь при работе с этими формами, прямо на нескольких ногтях, мне не нравится, что они прожимают зону возле кутикулы. Это и сбоку смотрится не очень. Ну и в целом я хочу, чтобы у меня, да, вот ногти были прям люкс-люкс идеальный, и все везде было на каждом ногте единообразно, поэтому я немножко добавляю вот этот оттенок. Это второй оттенок ультражесткой базы. И за что их люблю, консистенция, они круто самовыравниваются, и за счет этого хотите нарастите, хотите там добавляйте, покрывайте натуральные ногти, то есть они будут всегда очень приятно работать. И здесь, смотрите, я использую этот чудесный сильвер, сейчас подольше его мазюкаю, чтобы вы могли его поподробнее рассмотреть. Я решила его наносить таким средним слоем, поэтому кисть наносит без сильного такого прожатия, поэтому я даже макнула в бутылек, чтобы добрать дополнительную порцию материала. Вы можете этот топ использовать с легким выравниванием, так действительно тоже можно, но здесь мне этого эффекта не нужно было, то есть я хотела именно сохранить такой эффект вуали. Чуть-чуть кистью поправила, но это вот этот перфекционизм. Вот, и можно полюбоваться результатом. Ну, посмотрите, да, какой нежный. И вообще, кстати, вся эта серия мне навеяла мысль, господи, впереди же сезон невест. И, в принципе, каждый этот оттенок, он, на мой взгляд, будет просто шикарно подходить для невест. Поэтому обратите внимание на него. Длина может быть любая, и короткая, да, и подлиннее. И вы будете получать просто превосходный результат. Также очень интересно, все эти оттенки раскрываются на всяких там, знаете, камуфляжах. В данном случае я использую 35-й оттенок камуфляжа, он такой классная полупрозрачная дымка, и я моделирую верхними формами прям небольшую длину. Коллеги, про верхние формы. Когда вы поймете, что верхняя форма – это инструмент, который переносит материал на ноготь, то есть можно кистью, можно верхней формой, вы поймете, насколько много разных работ вы можете выполнять ими. Вы же можете укреплять не только жесткие, да, продукты делать, но и в том числе эластичные базы. Видите, как здесь при правильном подборе форм, при правильном, значит, при подборе техники вы опил сокращаете, вот этот опил на этих ногтях у меня занял 8 минут. И, кстати, и эти, и предыдущие ногти я делала без стекловолокна, потому что есть определенные критерии. Кстати, на рассказ о них у меня на моем живом курсе уходит час. Поэтому сейчас прям в рамках этой работы мне трудно будет ответить там за 5 минут, почему я здесь не делаю волокна и в прошлой работе. Поэтому добро пожаловать на мой курс, я там все подробно рассказываю. Ну и посмотрите, какие милые, тонкие, изящные малышата у нас получились, и посмотрите, как круто, голд лег на розовый цвет, получилась такая очень нежная, приятная вуаль. То есть из преимуществ работы мне нравится, что вы можете при укреплении камуфляжами не наваливать материал, потому что все равно вот эти вот топы с сияшками, они очень здорово выравнивают по цвету поверхность, и получается все очень нежно и гармонично, без необходимости наваливать эти плюшки. Поэтому, прям, на мой взгляд, все эти топы прям must have. Почему они у нас появились в линейке? Они мне нужны были. Вот прям, знаете, я понимаю, что для работы хочется все больше инструментов, которые, знаете, вам позволят сократить кучу манипуляций и за счет этого сократить время. В частности, вот эти ногти я сделала за 1:15, потому что здесь и небольшая длина, правильно подобранные верхние формы, правильно соблюдена технология, мне не потребовалось дополнительное армирование. Длина, кстати, на скорость не влияет. И здесь я еще сократила время за счет того, что я сразу нанесла вот этот сиятор, который мне выровнял
цвет ногтя. И в данном случае, ну, представьте, насколько все это сокращает время. Сейчас поделюсь еще одним мастер-классом, а я все любуюсь своими шикарными ногтями. То есть редкий случай, когда вообще мои руки попадают на экран, потому что, ну, они у меня такие непрезентабельные. Ну, и в данном случае я опять взяла за основу камуфляж, это 37-й оттенок. И тут, я сразу скажу, эти руки просто, Аня их убивает, то есть, ну, даже по коже видно, то есть она отгрызает себе эти несчастные ногти, поджирает вокруг эту несчастную кожу, ну и, конечно, ведуха так себе, но, конечно, я, у меня все очень реальные некрасивые руки вообще, и по моделям, если брать, в основной массе это достаточно сложные руки, поэтому всегда следите за мастер-классами, там столько хитростей показывается, ну и в том числе мне нравится, что это позволило мне наработать солидную базу, благодаря которой на онлайн-курс я могу с вами поделиться очень многими фишечками, поэтому следите за анонсами. Смотрите, 37-й, в отличие от 35-го, он уже не такой выразительный и создает такой эффект дымки, немножко молочной. И обратите внимание еще, да, SCS, они шикарно самовыравниваются, поэтому это позволяет очень быстро нанести продукт. Здесь я использовала сияшечку Silver, не Silver, а сияшечку Shine. Это бежевый, просто я его нанесла прям, знаете, втирающим максимально тонким слоем. И он мне только слегка подкрасил и добавил вот этого потрясающего мерцания. Сейчас, конечно, когда я так серьезно увеличила ногтевую пластину, сияторы кажутся большими, но на самом деле они прям крошечные-прикрошечные. Последние штрихи, и мы сейчас с вами посмотрим, как этот потрясающий оттенок смотрится на 37-м оттенке. Видите, он просто слегка подматировал ноготь, при этом оставив, да, даже видно где-то полупрозрачный ноготь. Это происходит, когда вы его покрываете в тончайший слой. Если хотите подкрасить, просто на кисть не давите и наносите более жирненьким слоем. Но видите, самая фишка, которую мне так трудно показать, вот эти штуки, они сияют, ну, прям реально как светоотражайки. При этом они не серые, за что я не люблю светоотражайки, все-таки не серого оттенка, а они имеют вот такой какой-то невероятно красивый жемчужный цвет. На мой взгляд, во всякие такие а-ля голые ногти, когда нам надо легкую вуальку кинуть, будет безупречно. И, кстати, для демонстрации на правой руке я нанесла на тот же розовый 37-й оттенок, золотистый, и посмотрите, как по-другому он смотрится на ногтях. Ну, друзья, уже завтра у нас продажу поступят эти потрясающие новинки, поэтому вот такой вам анонс. Новая коллекция топов состоит из трех оттенков, которые, на мой взгляд, шикарно и в свадебной теме, и в теме такого нежного маникюра, когда нам надо что-то про камуфляж. Они потрясающе ускоряют вашу работу. Читаю комментарии. Здравствуйте, очень рада вас слышать. Всегда смотрю вас с огромным удовольствием. Вы очень щедрая на информацию. Благодарю. Ой, друзья, спасибо вам. У меня, правда, нет секретов, но наработок столько много, что я решила даже сделать онлайн-курс, тем более вы у меня просите. Все, информация по курсам будет в моем аккаунте. Также, естественно, жду вас на живом курсе, который регулярно происходит в Москве. Кстати, я сейчас сократила количество дат, потому что съемка онлайн-курса занимает очень много времени. Вот. И следите за сообщениями и анонсами. Желаю вам крутой, плодотворной рабочей недели. Завтра старт продаж и до скорых встреч. Пока-пока!